На самом деле бак наполовину пол. Очень смешная реклама. На справде бак наполовину пол. Это из беседы, наверное, оператора на заправке с водителем. Не будьте так пессимистичны. На самом деле бак наполовину пол. Так, 17 марта 2020 год, Харьков, замечательный день перед закрытием метро. Индейцы майя, как и предсказывали, апокалипсис доступен. Да, если завтра закроют метро, снимать будет гораздо веселее.